стол, расшатываем все мышцы вокруг бедра по кругу, да, в эту сторону, в эту сторону. Ну, если человек ногу держит, да, вы ему подскажите, помогите, там, потрясите его это, или дополнительно вот распустите ее, да, и потом, главное, чтобы это было неожиданно. Держаться лучше не за мясо, чтобы он не съезжал, а за кость. Удерживаем кость. Удерживаем вот. Еще лучше в районе. Еще лучше. Было, да? Вот, практически параллельно, почти параллельно столу вот удерживаем, да? Второе движение. Это вот коленку вставляем. Вот расшатали и вставили. А теперь посмотрели, где ровнее нога, теперь где. Нормально. Вот эта нога чуть длиннее. Но это мы тебе запасно сделали. Как мы восходишь, она как раз выровняется. Побольше, но это будет. Выровняется. Теперь выдергиваем. Таранная кость вот там находится. Берем за стопу сверху. Прямой угол оставляем. Расшатали, расшатали. И на себя, но вдоль тела. Оу! О! Хорошо заткнулся, да? Да, конкретно, я бы сказала. Конкретно, прям чик-чик. Теперь берем вместе с пяткой и стопу отдельно. Вот. И раскачали вот так. Тут уже другой держим. Там мы дергали вот так на себя. А здесь нам надо из ноги вот так вот пустить волну. Вот такое хлесткое движение. Вот растянули и также на себя. Вот так же можно еще подделать под углом 45 градусов и ротация 45 градусов. И теперь выдергиваем бедро вверх. Вот можно рукой сделать. Вот это рычаг. Это у нас рычаг. Вот он поднимается. Расшатали, расшатали и. Ну, силы рук не у всех хватает, да, кроме того, тут нужно. Ну, так нормально потянулось. Потянулось, да? Может ваш этот локоть там немножко пострадать. Тогда захватываем бедром, а за голенями держим двумя руками. Так, чашечку такую делаем. Так еще хуже пострадать можно. Вот, подровняли угол и... Может, лучше пусть рука пострадает. Наша рука, чем клиент? Нет, чем пробежный. Опасно. Нормально это. Нет, тут же мы зажали, мы же не поднимаем ногу. Потянула нормально. Она зажата. Потянула, да? Да. Как раз то, что у меня было зажато. Так, ну там много еще приемов со стопами. Давайте со стопами тогда. Так же практически, как мы делали, когда она лежала животом вниз, да, мы берем стопу плотно и доворачиваем ее. Ау! Щелкнул. Внутрь. Теперь наружу. Ау! Еще щелкнул. Ау! Еще щелкнул. Также вот по поводу плоскостопия поперечного, да, то же самое можно отсюда проделать. Ау! Ау! Вот пронажимали. Ой! Вот эти вот пальчики. Вот сюда мы конкретно нажимали. Тыкс, 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 три пальца внутри. Ой, как страшно-то. Извини. Теперь, когда вот я говорил, что нога длинная, да, она начинает сама себя сокращать, вот она подворачивается тут, там коленка чуть-чуть, да, пятка вот чуть-чуть. Вот управляем пятку. Держим плотно стопу перпендикулярно, да, голень вот придерживаем, да, и за пятку вот расшатали, расшатали на себя, от себя. Ну, обычно она подворачивается внутрь, чаще всего получается наружу, латерально. Вот такое движение, вот такое. Ну, но опять же, надо хорошо фиксацию, чтобы была правда. Да, вот поэтому мы делаем вот фиксацию. Так, конкретно нет, фиксация. Сначала фиксация. Ну, тут это по нашим пунктам. Обязательно, что соблюдение, это тело закреплено, зафиксировано до того, как мы сделали манипуляцию. Так, это сделали. Ну, с пальцами понятно то же самое, что мы там делали. Поддерживаю их. Подняли и в обратную сторону. Я думаю, надеюсь, слышно там все. На видео будет.
Все, теперь запомнить, повторить, расписаться и в стол положить.